Музей краеведения и этнографии Юлгу был открыт в торжественной обстановке с участием почетных гостей во главе с президентом Анатолием Бибиловым. Со словами благодарности в адрес всех, кто оказал содействие в воплощении идей создания музея, обратился ректор Юлгу Вадим Дедеев. Я хочу выразить огромные слова благодарности, в первую очередь всем, кто не пожалел экспонатов для нашего музея, начиная с Анатолия Ильича, там, пулемет-автомат ППШ, и многие другие экспонаты, которые к нам пришли от руководства республики, Министерства внутренних дел, Миров Дмитриевич, мое особое почтение, Петр Иванович, потому как ваш вклад в музей тоже очевиден, он немалый. Роберт Хазбеевич Гаглоид, это вообще то, что он сделал для нашего университета, фактически вся археология идет от него. Многие, я просто не хочу сейчас, это все будет потом и в газетах, и на нашем телевидении. Администрация Дявского района, там есть, допустим, телега, немножко раскрываю секреты, вот, и глава администрации Дявского района, он сам ездил по селам, искал, чтобы телега была более-менее такая собранная, в полном размере. Спасибо. Президент Анатолий Бибилов поздравил сотрудников ЮГУ со знаменательным событием, выразил уверенность, что музей будет интересен и общественности, и преподнес музею ценный подарок. Я как раз 15 человек военный, поэтому я бы хотел дал подарок передать очень такой ценный лично для меня подарок, оружие выпуска 1917 года, то есть этому оружию уже 103 года. Еще один подарок я сделаю. Значит, у меня дома сегодня есть люлька, в которой лежал я, в которой лежал мой брат, моя сестра. Вот. И я его буквально завтра доставлю к вам в качестве подарка. Я всех вас поздравляю с этим прекрасным событием и призываю всех, чтобы, может быть, даже не в плане там огромных экскурсий, но приводили своих детей, и чтобы они увидели то великолепие, которое для нас дарит университет, для нас дарит дирекция музея. И в этом как раз случае я говорю огромное спасибо вам, Вадим Подазович. В ближайшее время музейный комплекс пополнится обмундированием времен Великой Отечественной войны. Такой подарок ЮОГУ сделает Министерство обороны Российской Федерации. Очень приятно опять присутствовать в этом прекрасном здании университета, открытие очередной секции этого замечательного музея. Мы очень рады. Я считаю, что вот эта площадка музея, она будет очень востребована как в республике, так и в том числе для гостей, которые будут приезжать в Москву. Мы больше будем познавать историю Южной Сибири. Это будет серьезное подспорье для обучения молодого поколения. Я хочу сказать, что принято решение министра обороны России по обращению руководства Южной Осетии о насыщении этого музея вооружением времен Великой Отечественной, обмундирования военнослужащих. Памятные монеты с изображением Васу Абаева, Нафидю Стойте и Гри Саплеева в дар музею преподнес общественный деятель Казбек Челехсатан. После того, как была перерезана красная торжественная лента, по музейному комплексу гостям провели экскурсию. Здесь собраны предметы археологии, этнографии, нумизматики, старинные предметы быта. Эти экспонаты собирали больше года. Депутат парламента Республики Северная Осетия Аланья Зелим Ватаев приехал на открытие музея по приглашению ректора ЮГУ Вадима Тедеева. Ярдан чишем балдо дунандар, махандар налавар хатсе канзан кадр авзравзар сатиштам абун, наудиштам нормаса гейдар затте, автомир хатсе штам нежитам абун, асе нищи уйтен гвхаре адаме, мавой фадл самандар гешка уйтам хвамажина гейдар марздай, мавой тхегет целколом побаевта, ама асе ниже гейдар хашкодом, туварде гейдар хохпалак варшиш, махдар юмахи уштам. Как отметил Вадим Тедеев, музей имеет большое значение не только для университета, но и для всей республики. Анжела Кукоева, Тамерлан Кусраев, Рауль Кочев, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня.